Жанна, с тобой все в порядке? Да, просто английские болельщики пытаются отобрать у меня микрофон. Они меня окружили, мы находимся в старом городе. Жанна, береги себя. Безопасность, мы надеемся, все-таки будет обеспечена на матче России и Англии. Но и до матча, и после матча должны быть просто усиленные меры безопасности. Посмотрите, что сейчас творится. Беспорядок какой сейчас на улицах Марселя. Вот мы видим Жанну, я видела облитую Жанну. Оператор куда-то уходит, видимо, от фанатов. Да, Жанна! Жанна, да, ты наш... Ну что ж, со мной все в порядке. Я очень сомневаюсь, что есть... Да, действительно, меня облили пивом, только что это такая традиция, видимо, у английских фанатов, поскольку некоторые из них все еще пытаются меня убедить, что есть среди них миролюбивые и дружественные фанаты. Я в этом очень и очень сильно сомневаюсь, поскольку до этого английские фанаты напали на наш автобус с прессой, облили его пивом и разбили стекло, и тем не менее настаивают, что они очень любят сборную России, дружат с нами и пытаются даже играть с нами в товарищеские матчи, в товарищеские...